Следующее видео Флойда, то есть, ну, одно из его видео последних, то есть, где он, ну, к нему пришла такая, ну, не то что старуха, то есть, пожилая тетка к нему пришла, и как бы там люди просто, ну, в комментах написали, что, ну, где, ну, у него часто пишут, то есть, где ты таких только откапываешь, находишь старух, всяких уродок и прочее, всякое говно, как бы. То есть, у него красивых там, они, как бы, у него есть, им быть, красивые девки, но большая часть это старые бабы с пробегом и, как бы, либо уродки какие-то. Вот. Ну, короче, вот я ее, собственно, пока она в машину лезла, то есть вот, ну, бабка ищет себе любовника, то есть мужика, чтобы ее ёб, как бы, ну, вот она, ну, в принципе, вот, ну, видите лицо, то есть сразу, что на мужика похоже вообще, ну, как бы, если смотреть, вот, ну, грудь есть, как бы, это, как бы, в принципе, не такой большой живот. И, в принципе, даже немножко стройная, как бы. Но, опять же, сейчас я начну видос. Как бы. Это так палит, вот прям, она залазит. Погода теплая. Дверь посильнее чуть-чуть. Что, проедемся, пообщаемся? Да, немножко давай. Тебя заждался. Ну, короче, что, посмотрите на ее лицо, как спасибо, бы, это так. Пиздец. Для 35 лет прям вообще шикарно выглядит. Ой, ну не надо выпускать. Для 35 лет вообще шикарно выглядит. Ой, не надо выпускать. Баба, вернее, ну, Флойд сказал, что 35 лет это... Просто недавно виделся там с девушкой, ей там было 34. 35 лет и... Еле убежала. С тобой как бы... Она выглядит лет на 45, как минимум. Не надо, говорит, мой возраст вспоминать там туда-сюда. Как у тебя лето проходит? Да, слушай, вообще не. Вот это видео... У Флойда, ну, у зрителей Флойда вызвало дикие пригорания, там просто ебаный ахтунг. Обещал на море свозить? Он мне уже 6 лет обещает, ё-моё, на море свозить. Кто-то сказал, что это вообще мужик какой-то. И в итоге нихера, блядь. Ну, короче, баба ждет, что я на море свозит. Такая прям прямая, да? Старуха. За словом в карман не лезешь, да? Старая кружка с пробегом. Знаешь, искренне выражает свои эмоции, когда они вот это вот там пытаются как-то завуалировать слова. Я и на сайте также, ну, то есть написала, да, что да. Мне надо. Я уже молодой, читал, красивый, с бабками, чтобы ебал. А больше ты ничего не хочешь? Молодой, красивый, с бабками. Слушай, ну ты хоть работаешь вообще? Ебанулась, что ли? С девушками там не встретишься, вот обычно все на отдыхе. Блять, даже у молодых девок там, которые молодые, не всегда находятся молодой, красивый, с бабками. Тоже, короче, чилишь. А это старая... Не могу тебе работать, ну. Вообще мужик должен работать. Ну, баба запела стандартную песню, что мужик должен работать, а баба не должна работать. Ну или девка, баба не важно. Непонятно, как он работает и где он деньги вообще девает, блядь. То есть... Он нихуя не зарабатывает. Чё ты вот, я не понимаю, тогда с мужем не разведёшься, если прям всё вот так вот плохо обещает, не делает там и так далее. Хочет завести молодого любовника, чтобы её ебал, то есть как бы вот это вот... Да. Я не вижу, фейс у нее накрашен или нет, я не могу понять. Ну я что, девственница, что ли? Хуй знает, накрашена или нет. Я 20 лет замуж вышла. Нет, ну ты же вышла замуж, я имею в виду параллельно с мужем, там еще, когда вот в 20 лет. Ну был у меня еще парень параллельно, да, как бы встречались. Убирала, так сказать. Короче, ты бурную жизнь вела, не только вот так на сайте, да, зарегистрировалась, еще до этого. Это, ну, когда она... Ну, только я увидел, то есть, когда она к Флойду залезала, то есть, мне показалось, что она похожа на маньяка Анатолия Анаприенко. Был такой маньяк, то есть, ну, на лицо, я имею в виду. Если не верите, можете проверить, то есть, ну, напоминает, может, она его дочь какая-то, блядь, там, не знаю, какая-то где-то наебанная, вот, просто не Анаприенко сам не это, о ней не знает, как бы, вот. Так, продолжаем ролик. Ну, муж же он не в курсе, да, вот то, что ты там... Короче,
мужчин, парней или... Да нет, конечно, но... Же не кукол, видео кончилось чем? Чем бы закончилось видос? Флойд сказал, что... Ты можешь вот вообще описать? У него... Ну, она, как сказал, захотела с ним это... Познакомился на сайте, вот твой я. Чпокнуться, и это... Флойд сказал, что у него маленький, 10 сантиметров там. И она подумала и сказала, что без он ей... Без пуза там, без пивного живота. Ну и с хуем стоящим лошадиным. Отлежи, короче, мне. Что ты смеешься? А у мужа твоего какой, лошадиный? Я чуть не блеванул, нахуй. В смысле того, что лизать старой пиздей, вонючую, протухшую пиздятину. У молодых-то девок там в 19-21 год пизды воняют. Вяло воняют. Санина и, блядь, 15 лет, получается, ты замужем, то есть... Без противогаза пизду к пизде не под... Уже, да, уже ловят вялого, блядь. Нос не подставляйте никогда, там ванина такая, что... Японская болезнь или китайская? Тут пизда, она все время зассанная, там все киснет, блядь. Интересно. И молодая эта девка, или не молодая, все, по сути, примерно одно и то же. Близко, ну, старый, конечно, больше воняет, там еще больше. Ты где предпочитаешь? Там у себя дома, у парня дома? Не, слушай, дома в отеле. Там, то есть, моет она пиздятину свою, не моет, все равно вонь идет. Потому что это пизда, и что не делаешь. У парня и в отеле встречались, и было такое, что и в лифте встречались, как бы. В лифте встречались? Ну, просто пока едешь в лифте. Что можно сказать, какие достоинства у этой девки? Ну, фигура какая-то сохранилась, короче. Вот сиськи немножко есть там. Скучала. Вроде стройная, живот не сильно большой, то есть как бы. Ну, давай подъезжай. Он туда-сюда. И прям в машине под окнами. Ну, я не буду говорить, о чем пиздит эта старая девка, то есть старая баба. Что-то там изменяет своему мужу там. То есть под окнами в машине, а муж стоит на балконе и курит. Мне это не интересно, как бы. Ну, знаешь, что я по вечерам бывает гуляю? Нормально гуляешь, так вышло с кем-то. У меня машине. Прогулка. Короче, так а что, если, ну... Не куколд, короче, муж, но олень, да, немножечко, да? Ну, типа того, да. Короче... Ну, а думаешь, он тебе изменяет или не нет? Не знаю, что говорить по этому поводу. Все, что я уже сказал, что видос вызвал дикие пригорания у зрителей Флойда. Ну, конечно, у меня есть предположение, может, у него на меня просто не стоит. А, ты думаешь, он вообще в целом уже потерял эту мужскую силу, да? Ну, на меня, по крайней мере, у него не стоит. Я думаю, что... Сразу скажу, что разница между, ну, 19-летней и 21-летней девкой и 35-летней и 40-летней, конечно, очень большая. То есть, это, ну, во-первых, от молодой воняется чуть поменьше, нахуй, пиздятина и так далее. Пятом, это, от этой бабы уже старостью несет, разложением, она уже старая, уже разлагается уже прямо в машине. В машине просто. Ну, не удовлетворяется, вот я не знаю. Ну, молодой, как бы, кожа лучше, то есть, ну, кожа лучше, это, как бы, начинают втыкать, ты как вообще? Ты сейчас на полном серьезе это говоришь? Короче, Флойд сказал, что у него 10 сантиметров. Вот. Сейчас, а этой да. Бабке нужен такой, ну, лошадиный хуй, и это... В смысле часто? Не, ну с девушками знакомлюсь, бывает, там, чтобы сразу обозначиться, чтобы понятно было, будет и продолжение или нет. А на сайте ты мне сразу мог сказать, что у тебя там... Так я не знаю, ты не спрашивала прям так за член. Ты бы там сегодня сказал, лошадиный. Я бы с этой старухой бы ни за какие деньги не стал. Чпокать маленький ее. Хуёк в пизде королёк или нет? Да, конечно. Нахуй это надо. Маленьким хуйком там, делать. Короче, вы засунуть-то засунуть-то можете, а потом вынете, там вам куча болезней. То есть у него не маленький, от 150 ее предыдущих ебарей, то есть подхватите целый букет просто. Вы, блядь, до конца жизни не вылечитесь от этой заразы, которую вы насобираете нахуй. Ну это совсем какой-то пиздец, а? Вот. Блядь, вроде симпатичный парень. Ну, есть только гондон надеть, ну, то есть, как бы, ну, наверное, и через и гондон не поможет, нахуй, вроде, блядь, как бы, уже. А потом как-то вот остальных уже не очень. Хочется спросить, блядь, как ты с этим живешь? Ну, как-то вот так и живу. Не знаю. Не у всех же большой. Да, ну, кстати, ну, не у всех мужиков большой. Покатались, хуй, то есть, или большой, или длинный, ну, там. По-разному бывает, как бы. Сейчас, что ли, в машине? Ну, почему нет? Не знаю, просто мне ну, некоторым, надо, некоторым девкам, то есть,
Неинтересно, Ну, какой у парня, большой или небольшой. Ну, раз если ты не не совсем там, можешь, блядь, хотя бы 5 это сантиметров написать, там, ну, то чтобы есть им мне неинтересно, по сути. Что ты ржешь-то? Да, я просто не Похуй, ожидал такого какой. поворота. Я думал, ты когда, знаешь, такая Есть такие, более которым все скромная равно. до Я встречи. сразу написала, что мне нужен Не, ну мужик, ты который написала, будет но я думал, что трахать. ты в жизни как бы так не прям вот прям в лоб эту информацию там отлезать там. А Слушай, как, ё-моё, мы не, ну чё, в согласен, детском садике, что согласен. ли? Слушай, ну давай этот. Взрослые люди. Давай тогда мы сегодня попрощаемся, и на днях там ты переспишь с твоей мыслью там с 10 сантиметрами моими. Я там как раз такой ролик, короче. Слушай, если на днях уже будет поздно. Я обычно снимал ролики Надо по делам про еще этих. Поехать. Вот там, забрать Про дома. ЧСВ с пробегом, то есть ЧСВ, у этой Что-то там ЧСВ буду нету, то прощаться, есть наверное. понятия, то есть Ты если ей надумаешь, нужен там, ну, позвони мне тогда. лошадиный хуй, чтобы ее ебали. У все. меня хата Поэтому. есть, если что. Расстроил ты меня, конечно, со своим корнишоном. Корнишон, ладно, блядь. Хороший ты парень, давай, пока. Ну, давай и тогда чё. Удачи тебе. Да, давай. Ну, короче, вот такой ролик. Смешной. Да. Если надумаешь, ну, если что, на корнишоне попрыгать, напиши. Да нет, спасибо. Корнишон. Давай, удачи. Давай, удачи. Блин, я думал, она уже не уйдет, она скажет, давай, доставай мне свой корнишон.